если найдете фотографию, то будет красиво. Думать, брать. Даже не думай. Так и вот там, дырка твоего. Ты знаешь, как это плохо? Ну, все, все. Так можно это? Ничего не поможет. Ты должен быть не только в лифа. На. Если найдете... Ты можешь завтра, значит? Да, да. Да, конечно. Это железо, заметно. Ну все. Так вечером, да? Да. Да. Вечером будет лучше. Да, завтра будет лучше, чем вчера. Да. Я вас люблю. Где вас? Ну все. А где же слово вас? Ну, где-то есть. 5BNL, непонятно. Ну, у меня там. Что-то за аббревиатуру. В другом месте спят. Не, аббревиатура. Ну, это какая-то голландская фирма джинсов. Меня не спрашивайте. Мне подарили. Без понятия. Всего доброго, ребята. А вы из Москвы? Голландского? Интересно. Передай привет. А в чем разница между Нидерландским королевством, вы слушайте внимательно, attention, и королевством Нидерландов? А, Нидерландское королевство, наверное, включает колонии. Нет. Там Арубу, там Курасао. Нет, нет. Наверное, это или Индонезию, может быть. Это же империя была. Это ну да, 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 в свое время. Вы, по-моему, не на том месте. Я вам скажу, если вы хотите. У меня здесь папа рубал мясо, хорошо? Очень долгие годы. Да, понятно. Илюша Копыт. Вам это о чем-то говорит? Знаю, Изи Копыт. Изи Копыт, это мой дядя. Он сейчас в Израиле. Ну, да, да. А папа в Австралии. Знаю Изи Копыт. Сколько? Я с вашим дядей работал. С Идлом? С Изи? Да, работал. С музыками. Ну да, да, да. И что это есть? Он мне предлагал меняться своим лаве на мой пенис. Говорит, давай поменяю с тобой. Я тебе дам все свои деньги, ты мне дал свой пенис. Верю, он способен на такое. Я все-таки хочу вам рассказать ту мысль, которую я никак не могу добиться. Давай. Значит, королевство Нидерланды образовалось после... войны с Испанией? С Испанией. Испанские Нидерланды отделились. Да, да. Так? Потом во время наполеоновских войн было королевство Голландия, просто. Да. Потом Батавская республика. Да, так? Да. Брат Наполеона, Жозеф, был король. Да, так? Да. Потом на Венском конгрессе, когда начали делить империю. Вы впервые французский, то я на английском знаю. Начали делить империю французскую. Бельгия входила в состав... Королевства Бельгии не было. Не было. Были испанские Нидерланды или Фландрия. Гент, Брюгге, такие города. Антверпен, которые в устье Шельды специально засыпали, чтобы не было конкуренции между Роттердамом и Антверпеном, засыпали устье Шельды. Когда так, следим дальше. Нужно нам. Человек сделал домашнюю работу, я слышал. И в 1815 году на Венском конгрессе Меттерних предложил такое деление послевоенной Европы. В 1830 году была Брюссельская революция. Валлоны не захотели жить в составе королевства Нидерландов. Нет, Нидерландское королевство. Так? Было после Брюссельской революции в 1830 году. Разделились два государства. Было одно образовалось, которое нынешнее королевство Нидерландов или Нидерланды. Голландия, а другое королевство Бельгия. Со столицей в Брюсселе. Все. Две столицы. Откуда вы это знаете? Я много знаю. Заметно, заметно. А моему папу Илюшу вы знаете или нет? Он стоял на Староконном. Когда я иду здесь работать, то
батько стояв там, переходимо на новому путі. Я знав Мясникова туди, але я не знаком. Как... Ні, вони знали мене, я був молодий, вони знали мене. Ну, хто це, що? Я там, я пам'ятаю, заходив, як старохон, і там з лівої сторони стояли дві колодки. Два пожилі чоловіка працювали, я вже й не пам'ятаю. Ну, що ти? Не, ну, ну как, ну мы же разговорились. Да, Изя, я с ним работал, вот он здесь работал, Изя и Парах, они меня. Слиня, ты Берлине похож на дядю, похож. Я на дядю похож больше, чем на папу. Сейчас, жалко, никого нету с корпуса. Ну, да, он ходил последние годы из парка Шевченко в Аркадию пешочком. Я бегу, а он ходит. Он ходил на Запорожье. Да, я знаю. На Глухой. На Глухой. Каждый день ходил в Аркадию и обратно. А я бегу. А в Израиле он делает то же самое. Мы... Жена ему утром капает на мозги, он... И пошел. Да. Вы помните Изю Копыта? О чем ты говоришь? Вы помните? Вот его племянник. Да. Это наш был Портор. Да, 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 да. Инспектор Рынка. Вы хорошо жили? А что ты думаешь? Я сейчас еще лучше живу. Дай вам Бог здоровья. Ребята, все поймут. Я сейчас еще лучше живу. Ну вы помните, да, его? Да, ну конечно помню. Чего не помню? Да, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Одесса славится на весь мир. Как в Одессе привоза нету нигде. Это только один привоз на весь мир. Мартин. А, рынок, Мартин. Рынок, рынок. Мартин, Мартин. Да. Вы знаете одесские песни? Ну да, знаю. Да? Ты знаешь, да. Что ты можешь, да, могу запеть. Какие вы, Одесса? Ваши любимые. Да. Одесса город величав! Молдаванка и Пересип встречают Костю моряка. Когда в Одессу он ходил, все бендюжники вставали. И здраво кричали Костю моряка. Умею царики крутить, карманы выворачивать. Ай, лимончики, вы мои лимончики, где растете в моем саду? Ай, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? На базаре шумигам слышны разговорчики, кто-то шепнул чемодан на его.